Добро пожаловать в DMZ. Здесь контракт охота. Здесь патроны. Здорово. Спасибо. Ультра-1, активность противника в вашем районе умеренная. Я под охоту на всякий случай возьмем, будем в курсе делать. Так, да, понятно, где они добавят. Ультра-1, ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Ультра-1, здесь в данных упоминалось и нападение. Ультра-1, ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Бегу в эту точку. Противник на марше. Ты будешь жить, дружище! Ты будешь жить, братишка. А чё ты? Горилла, блядь. Спасибо. Твой друг, да? Вытекает он. А чё он без микрофона? Не разговаривает? Приложи подорожник, само заживёт. Да я не знаю, господи. Отмечаю зону эвакуации. Они там походу пальцы. Поймал пулю! Ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Да, ребята. Yeah.
Ультра-1 — это главный. Цель в 500 метрах к северо-западу. А, ты тут пропуск нашел, нет? Что ты там лутаешь? Бля, брат, надо было... Я... Смотри, бля, мы с первой броней, бля, хуйня. Согласен. Хуёво. Умеренная.
Ультра-1, активность противника низкая. Бля, топа так. Нормально, да, по сути? Ты же наверху, да? Да, я наверху. Ты прям, бля, по... Ну там охуенно видно, короче. Смотри. Да. Я возьму. Я обещаю. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Подтверждена. Еще несколько, и вы станете целью контракта. Они двое были? Ну, я видел двоих, да. Один на машине, один на мопеде, блядь. Возможно, третий, правильно? Ну, по логике. Возможно, да. Не, он ушел. Ультра-1, исполнитель рядом с вами нуждается в медпомощи. Саморез и противогаз. Саморез и противогаз кинул. На всякий. Спасибо. М? Да, да, возьму. А что ты не определял? На последнем? Надеялся, что твой турок брат тебя спасет? Надеялся, да, не дошел он до меня. Рядом. Залутай его. Другая команда. Да не, у нас команда. Дрон. Это уже другая тема. Так, готов. Авиаудар. Один есть. Прикрывай. Я сам встану. Просто прикрой.
снайпер наверху. Блять, чертило. На тобой. Откуда как? На мосту, на мосту. На мосту, на мосту. Ты выживешь. Но он был на здании еще, которое рядом. С которой эвакуация. Блядь. Вот. Нихуя себе. Убил. Нихуя себе объединил, блядь. Ага. Пиздец, прикрой? У меня в здании. А, у тебя? Точно? Ну, точно. Да, он был на выходе на крышу. Там, где мы были, в этом здании. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Давайте вернемся. Давайте. Не трогайте своего. Я его тоже убью, подниму. Что, один остался, да? Маленький. Поднимите. Ультра-1, ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Мой тоже. Боюсь, что хуй подается, я подниму, у нас четверо. Я тебя вижу, чувак. Ах ты, гандон! Смотри, что он делает. Говорит, давай объединимся, прицелимся в меня. Выкуси, братишка. А, блядь, этот... Вот этот я знаю, вот этих пидорасов. Они на Альмаздре, блядь. Уебывались. Я две команды разъебал. Вот этот, блядь, не знаю, может, он не он, блядь. Что-то там начал махать, блядь. Еще один. Еще один? Он поднимает. Пошли. Пошли. Кто там? Свободно. Иду. Кидаю 7-текс! Ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Оставим 7-текс! Выкуси, блядь! Если вы продолжите убивать исполнителей, за вашу голову будет назначена награда. Ультра-1, ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Оставил боеприпасы! Ультра-1, ваш напарник ранен. Да не ползает, это стой. Это Брайсон 850. Да, там какой-то заряженный вроде, нет? Так, Ультра-1, это главная радиация распространяется. Советую пройти в точку эвакуации. Ребят, на мой канал подпишитесь, лайк поставить. Это видео я выложу через пару дней. Монтировку делаю. Маку хуя-то уберу. Хорошо? Как же без матов хуятов? Ладно, пусть оставлю, блядь. Так, через день отправлю. Стой. Смотри, куда бьешь. Мой канал, знаешь, да? Погнали.
Как я, блядь, знаю твой канал, скажи. Ой, я написал. Где? Ну, в группе смотри. Ультра 1, активность противника высокая, готовьте контакт. Сейчас гляну. Горилла. Или в личку тебе написал. Так, давай, я тебе пишу. Так, я тебе написал. И тебе сейчас напишу, брат. Лично. Официально. Все, написал. Спасибо. Я бы по-хорошему еще связиста, бля, вытащил. Ну, как бы, бля, пригодится. Можно, блядь, после катки, блядь, собраться, если считать. Блядь, соло тяжело, блядь. Ну, блядь, адекватно попадется игрок, не попадется, если еще минус плюс. Ну да. Бля, это у меня, короче, один стрельцы. Честно говоря. Топка свиньи, блядь. Потеешь там, блядь, три команды убивает, блядь. В конце, блядь, тебя убивает, это я такой жопа горит. Что я сделал? У меня и украинская команда убила, блядь. У меня жопа горела, блядь. Я хайл, блядь. Ну, твои земляки, блядь, если что. И вот эти русскоязычные тоже были, блядь, тоже. Это Тина 4, мы подходим к площадке. Держите ее под контролем. Они, короче, знаете, как играют? Они стакаются. Точнее, запускается троем и еще троем. Ты прикинь, это же, блядь, стыдоба, блядь. 6 человек, блядь. Тогда уже. Они прям, блядь, купили бука, блядь, ну точно, блядь, вот этот рук, они, блядь, стакали, 100%, а их было шестеро. Где же он, блядь? Люди? Где? Люди? Не, это боты, скорее всего, поехали. Они от газа убегают. Горилла вообще-то твой друг, блядь. Да, в Ренсло, я тебе кинул и этот, тебе кинул. С микрофоном, который. Да. Сейчас, отберемся. Горилла, а ты не обессу, хорошо, ты на туре горилла, тебе в шимпанзе надо превращаться. Царя, на, шучу, братан. Самарец. На первой минуте, блядь, нокнулся чувак. Саша, вот это, блядь, батлнет. Activision просто. Аптечки нет, Макс? Нет, ничего нет. Да я же сам открыл. Походу, мы открыли.